Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Надежды Корн. Композиция называется «Одно мгновение до счастья». Музыка исполнения Самуила Фоминовича из цикла «Ожившая поэзия». На сайт знакомств я как-то вышел. Смотрю, мои глаза в разбег. Конечно, я о нем наслышан, но чтоб здесь столько было мне. Валюша, Юля, Таня, Зина, ах, все девчонки хороши, и как же выбрать мне девчину? О, ясно солнце, подскажи. И вдруг я слышу голос в яма. Ты солнце звал, а я луна. Ох, испугался, братцы, право. Неужто за спиной жена? Но я планшет хватаю резко, бегом до ближнего кафе. И упираюсь телом в фреску, точнее, в грудь своей жене. А ну давай скорей на базу своего неверный муженек. Я расхотел, ребята, сразу сидеть на сайте. Ох, денек. А ну давай скорей на базу своего неверный муженек. Я расхотел, ребята, сразу сидит на сайте. О, скажу вам по секрету, честно, не так страшна моя жена, но маникюр ее прелестный по фейсу. Это все хана, но маникюр ее прелестный по фейсу. Это все хана. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фоминович, музыкальная композиция «Экспромт. Одно мгновение до счастья». Стихи.